Так, ну у мужичины там жесткий ган. Но как он ходит, я полагаю, мы должны его убить быстро. Так, там аптечка есть. Мне это нужно. Виктор! 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 Наткнулся на тебя случайно. Так. Но уже понял, что буду смотреть каждый стрим. Так. Красавчик. Спасибо за контент. Отлично. Тебе спасибо большое за такую великолепную поддержку. Спасибо огромное. Спасибо. Не пропускайте шорцы. Виктор, спасибо тебе огромное. Спасибо, дорогой. За замечательную 1000 рублей на благое дело. А мне-то как приятно, что меня такие люди смотрят. Спасибо. Воюем дальше, ребята. Как говорится, ДБС. У него ДБС. И он хилится. Я надеюсь, он меня не сваншотит. Удрал. Ну все, теперь она моя. Теперь это мое. Так, ну что, ребят. Оценим скинчик. Как вам? Блин, как X4 прикольно смотрится на нем. Беленький такой, симпотный, да? Уф, просто. Не буду снимать. Ё-моё! Виктор! 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 Еще добить эти долбаные 999. Это сегодня за челлендж мне прилетело. Спасибо тебе огромное. Спасибо, Виктор. Ошалеть. Виктор! Не, неправильно. Надо вот так вот. Виктор! Виктор! Вот он там как-то так орал. Виктор, спасибо тебе огромное. За твою бешеную поддержку. Огромное спасибо. Сделал красивую субу. На мою мечту. Я вот так задумался реально. Вот у меня все есть, кроме крутого монитора. Которого по счету. Не, ну я посмотрел реально обзоры на эти мониторы, на новые. И я прям вообще охренел. Насколько они крутые. И знаете, вот у меня прям вот загорелось у меня. Вот здесь вот все горит. Вот так вот. Хочу просто. Хочу. Вот все есть у меня, кроме монитора, которого я хочу. У меня красивая жена. Здоровый ребенок. Ту-ту-ту. Огромный человеческий дух. А монитора нет. А хочется же. Когда хочется, хуже, чем чешется. Ну, тоже верно. Так, нам что, наверное, нужно дрон взять, да? Или чинилку возьмем? Я, наверное, дрон возьму, слушайте. Под конец буду смотреть, кто где есть. Я думаю, что я возьму дрон. Так, и нам нужно оформить топ-1 с ДБС и АУГом на каточку завтрашнюю. Поэтому я думаю, что нам нужно вот эту катку сделать топовой, да? Чтобы вы посмотрели на контент завтра. Контент. С утра таки встаете. Чаечек там себе, кофеечек. Кто на работу, кто с работы. У кого выходной. Такие сели в 9 утра. Печенюшечки открыли. Чаечку налили и такие, хоба. Чё посмотреть? А посмотрю, вот. Ранга, видосик новый выпустил. Кайф же. Так, там кто-то стреляет, я думаю, нужно пойти посмотреть, да? Так, и корячок справа еще стреляет. Так, и тачка справа завелась. Тачка куда поедет? Тачка на меня едет. План такой, пробиваем колесо. Его разворачивает. И мы его убиваем.
Так, чего у нас много? Аптек. Так, а с ДБС мы еще никого, да, не убивали? Надо с ДБС скилл сделать. Вот видите, как все идет по плану. Так, ну они еще друг друга не перестреляли. Может, не подкраться с ДБС как-то в упор? Так, я вижу одного человека. И он меня увидел, кстати. Он меня тоже увидел, он меня заспотал. И я думаю, что... Ну так, у меня есть флешки. Мне нужно встать за это дерево, убить вот этого, типа. Потом пройти к тому и убить его в упоре с ДБС. Я думаю, что мой план прям кайфовый. Я его зафлешил, зафлешил. Ну что может быть идеальнее просто? Что может быть идеальнее хорошего плана? Ничего. Ну, план имеется в виду, это когда ты составляешь какой-то... Ну, в общем, с хорошей точки зрения. Так, на меня тачка едет, я успеваю до тачки добежать. Это какой-то его товарищ, Изи. Это был его товарищ какой-то. Let's go. Я хочу открыть эту секретную комнату. Где это я могу сделать? Я могу это вот сюда съездить, да, получается? У меня есть ключ. Вдруг там self-revive найду. Виктор, ошалеть! Виктор, ошалеть! Ты чего? Ты чего, блин? Это ошалеть? Виктор! Это уже я заикаться буду с Виктором. Виктор, блин, я не знаю, какие слова подобрать. Спасибо тебе огромное, ошалеть. Это очень жесткая поддержка. Виктор. Виктор, охренеть, блин. Виктор, охренеть просто. Так, тут еще одна ДБС. Вот запомнили, да, где есть ДБС еще? Ошалеть, у меня... Аж это... А что у меня? Гроза. Виктор меня в краску вогнал, капец. Меня, конечно, мало в краску мужики вгоняют, но... У вас это удалось, Виктор. Спасибо огромное. Ошалеть. Поддержал, так поддержал. По-мужски. Прям... За бубенца схватил, так сказать. Жестко. Пусть будет так. А, как вам лайфхак, как залезть через окно и его не разбить? Как вам такое? У меня где-то тут человек. С МКшки стрелял. Вот он, бежит. Так, и знаете, что я хочу? Я хочу его за камнем подождать. Он меня заспотал, да? Паула Кой Вениуми. ДБС актуально? А я хочу со скином взять, ребят, топ-1. Мы уже, в принципе, постреляли тут нормально. Поэтому нужно сделать нормальный топ-1 с ДБС. ДБС плюс гроза. Я думаю, что это вообще прям нормально. Может, мне лучше SLR взять? SLR и DBS. Или с... Нет, я лучше с грозой останусь. Потому что. Так, вон там чел. Ну, тут бы, конечно, SLR больше пригодилось, если честно. Тут, наверное, больше бы SLR пригодилось. Там какой-то C4 взрывается, ошалеть. Нужно это посмотреть. Так, ну Андреас, этого я убил, ладно. Так, ну все, мне нужно, наверное... Я лучше в город пойду подерусь. Я сделал фраг, и этого достаточно. Так, у меня где-то тут человек был. Мне нужно повнимательнее быть.
И, наверное, знаете что? Наверное, мне лучше запустить трон. Чтобы все посмотреть. Кто есть где. И главное, чтобы в мой дом никто не зашел в этот момент, кстати. Так. А, ну все, я узрел его. Хорошо. Меточку надо поставить на него. На этот дом. Так, он куда-то сюда бежит. Он зашел в этот дом. Ну, слушайте, у меня есть хороший шанс его с ДБС там сваншотить. Фух. Ну, это какой-то выдающийся мужчина. Что ты теперь скажешь, Илон Маск? Ребят, я его не вижу. Я не могу понять, где он. Но такое ощущение, что нужно выбираться отсюда. Блин, офигеть, контент какой. С этой метелью. Но такое ощущение есть, что его нужно подождать, наверное, из этой метели. Так, у меня еще тут чел какой-то. В принципе, этого чела, наверное, можно взорвать. Я размажил ему бронь. Но чел был с флешками. Это он хорош. Так, а я дрон, кстати, не отозвал. У меня... Верните свой дрон, не работает. Я не могу вернуть свой дрон. И где этот мужчина, непонятно. А как мне теперь дрон-то? Что мне нужно сделать с ним? Там чел за синькой стреляет, серьезно? А зачем ему это? Так, ну мне нужно, наверное, вот этого типа подождать, да? И с ДБС его убить. Если он от зоны не откиснет. Потом сделать вот такой мув. Типа я отвлекаю его, поняли? Смоком. Типа я лутать его пошел. Подняться к этому. И он, скорее всего, тут за камнем. Нет, его тут нет. Грамотно переиграли его. Главное заспотить, да? Так, итого у нас 5 живых. Плюс я. 4 врага на одного меня. Ну ладно. Достойно. Так, ну мне нужно его в зоне подождать, я думаю.
Он очень хорошо стреляет, Сауга. Он пошел в зону, да, он пошел в зону, ребят. И вот тут сейчас у него фулл опен будет, он будет подниматься. Так. Ага, понятно. Верхний стреляет по нижнему. Мне нужно быстро среагировать на это. Он его нокнул. Я должен его задефать и убить его с ДБС. Он к нему сейчас побежит, соответственно. Где он его нокнул? Он поднимается, я его убиваю. И убиваю ластового, где бы он ни был. На всякий случай зону сюда кину. Вдруг он там где-то за дропами. Ладно, не торопимся, да? Нас же не горит. Не, ну... ДБС, конечно, красивенькая. Я думаю, что он за каким-то деревом. А! Сюда! Уф, ДБС делает. Бум. Это все Виктор, ребята.